Смотрите, как интересно растет дерево прямо-прямо к дому. Сейчас я вам покажу немножко деревни. Это кантон Берн. Тут французский язык. Деревня Прель. Жарят уже, готовят барбекю. Масляные печеньки. Не сосисками пахнет. Вот смотрите, во многих дворах стоят вот такие печки. Во дворе в них делают пиццу и так далее. Вот. О, красивый домик. Такой скромненький, маленький домик. Но весь в цветах. О, мне нравится вот этот магазинчик. Смотрите, это ателье. Здесь можно что-то отремонтировать. Ой, куколки красивые. Красивые сумочки. О, флаг Украины. Ага, флаг Украины. Мне еще нравится. Цветы ручки. Ну, раньше тут другое лежало украшение. Почему? Ну, сейчас вот такое ателье. Что? И тоже швейцарские гирлянды. Завтра, наверное, тут будет красиво. Ловец снов, игрушки.